Итак, дорогие мои друзья, сегодня у нас классная игра Garten of Ben-Ben. Вторая часть, это такой хоррор, вот здесь вот мини-описание. И давайте стартуем, погнали нашу историю в этой игре. Так, загружаемся, загрузочка, о, я могу нажать. Так, для родителей, которые ищут своего пропавшего ребенка, время дело тонкое, нажми на 4, чтобы перевести время, окей. Ага, ладно, мы просто это пропустим. Давайте, погнали, ребятки. Итак, мы появились. Почему-то немножечко жутковато. Так, нам говорят, что нажмите Е, чтобы взаим... Ух, так, зеленое чудо. Кстати, в первый час я не играл, сразу предупреждаю. Так, Shift для спринта. Нам придется бегать. Так, Е. Так, Е. Я пока не могу ничем заниматься. Ладно, окей, давайте погазуем. У нас есть одна дверь. Так, вам не хватает очень важного инструмента. Хорошо. Этот инструмент, конечно же, нужно найти здесь. И вот он прямо на виду. Кредитная. Ну, не кредитная карточка, а вот пропуск. Давайте. Оп. А как не хватает? Я-то его взял. Нужно... Так, нужно, наверное, как-то открыть инвентарь. Да, давайте вообще что здесь по настройкам. Качество графики good, good, good. Все good. А где управление? А вот управление, кстати. Так, сприт... А нет, здесь нет. Телепорт дрон. Хорошо. Ну, я-то взял кредитку. Вам не хватает. Так, это значит... Ну, странно, что мне... А, вот, секундочку. Есть какой-то у нас блок. X1 он у нас. Так, а что он делает? Напоминаю, в первую часть я не играл. Разбираемся с нуля. О, пырим. Совсем другое дело. Давайте. Ох, ребята, продвигаемся потихонечку. Потихонечку. Так, пультик мне... Ну, он классный, но что-то... Так, пибип нету. А, Е. Все, отлично. Давайте следующее. Ох, какие звуки. Так, хорошо, давайте, это такая, знаете, головоломочка тоже в своем роде, поэтому давайте глянем. Ох, 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 ох. Я, кстати, еще играю, сейчас 11 ночи, ребятки, поэтому так немножечко жутковато. Ну, понятно, здесь нужно что-то состыковать, чтобы пойти либо туда, либо туда. Давайте, так, что у нас? Ага, почему-то нет. А почему нет? Потому что вот какая-то у нас есть загадочка. Давайте вот это почитаем, если оно будет... This we don't have finale comeback. Very fun. Все, кто знает мой английский, они в шоке. Ребят, мы, конечно же, читать не будем. Так, взяли какую-то карточку. Давайте ее сюда блэмс. Ага. Хорошо. Что вообще происходит? Давайте. Ага, трап. Трап. И нам по нему нужно идти. Пока не могу понять, для чего вот туда вход. И сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть, а, мы, нам развернуть его нужно. Хорошо, идем пока сюда. Так, я... Хорошо, почему здесь цветное? Ладно, мне пока все равно, почему оно цветное. Так, значит, по факту, скорее всего, нужно будет потом развернуть трап, либо нет, я могу ошибаться, конечно, но давайте идем, идем, идем. Ага, так, секунду, здесь не горит. А, вот есть какой-то пультик, давайте, возможно, мы сейчас просто развернем снова и все. Что это сделал? Давайте сюда ставим, на всякий случай. Вдруг он начнет поворачиваться, не сделал ничего. Давайте думать, что поменялось. Головоломочка. Так, хорошо. Ничего не поменялось. Зеленым. А потом снова розовым. Почему она может быть так? Хорошо, сейчас. Ой, случайно. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, а здесь у нас мы нажали, и что-нибудь еще происходит? Нет, ничего не происходит. Печаль, беда. Почему так? Так, ребятки... Почему я не догоняю? Это же явно просто, это первое задание. Синяя, хорошо, синяя. Ах, так. Давайте же посмотрим. Так, 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 так. Так, ну там у нас ничего. Ой, опять случайно, ребятки. А, возможно, какая-то ценная инфа была. А если быстро прыгнуть? Нет, я явно не успел. А, давайте посчитаем тот листик. Я сейчас переведу его нормально. И мы читанем. Так, здесь все не нажимается. Здесь ли... А, все, вот. Вот таким образом мы перемещаем трап. Хорошо. Все, отлично. Я разобрался, и листик не пришлось читать. Ух, ой-ой, какой звук. Постоянно пугаюсь. Так. Ух, ребята, лестница. Хорошо, куда она ведет? There is an elevator to Sakes. Так, это путь
к успеху, but stairs a good experience. Но лестница это хороший опыт. Окей, хорошо, так. The speeder is rim. Так. Ну, нам явно наверх. Погнали, те ребятки. Ну, все. Чего мы? Так, так, так. Здесь дверь. Давайте, сработает. Нет, не работает. Не работает. Давайте вот эту попробуем. Так. The spider is run and it's coming. Ладно. Надо было английский учить в школе. Ребятки, учите английский в школе. Все, отлично, сработало. Открывайся, сезам. Ох, ребят, смотрите, какие красочные, нереальные уровни. Мне это очень нравится. Камера. Так, давайте анализируем. Смотрите, вот я мысли вслух. Так, значит, очень красочное помещение. Какая-то камера, значит. Это здесь какой-то полуофис. Но почему-то изображены вот эти вот чудики. Ладно, давайте просто исследовать. Ага, объявление. Hey, you there. I can see you on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Конечно, can you even hear нет. me? Ты вообще Hello? Меня слышишь? Да, 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 слышишь. Listen, слышишь. If you can hear what I'm saying, wave at any camera. Давайте махнем. Или как это нужно сделать? Да, я понял. Вот мне показывают, что нужно... А, камера, камера, ребят, что-то я тупанул. Вот камера, камера, махаем. А, вот так махать, ребятки. Мы не знаем, кто это вообще. Мы не знаем, что это. Ну, помахаем, окей. Максимально странно. Давай, давай. Вот так махаем. Отлично. Тун-дун, как на вокзале. Oh, thank God. I'm so glad you're так, here. Я так рад, что здесь. Я думал, это конец. Угу. Давай, мы... around and walked into the security room. Then the door closed behind me, and I've been stuck мы ему будем помогать. Since. It needs a light blue key card to open, but так, I don't have it. Светло-голубая. I know why you're here, and I can help you, but you've got to get me out. Ладно, хорошо, мы, конечно же, тебя вытащим. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So Технического you're going to have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here. But I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Ага. Хорошо, нам нужно порыться. Странный какой-то датчик. Ага, подождите, так, а что это вот это? Customer registration, ага. Понял, ладно, все, бежим. Нам нужно в этой комнате найти что-то, что нам вообще поможет. Но я не думаю, что это будет сложно. Вот смотрите, я уже что-то нашел. Что это? Тю-дюнь, какая-то штучка. А, антенка новая. Старый друг ждет в лобби. Отлично. Так, M-Alarm. Давайте, не запускается. В общем-то, в принципе, по действиям. Нажмите любую кнопку, чтобы использовать свою игрушку. Ага, то есть я починил антенночку. И что это? Нажмите правую кнопку мыши, чтобы телепортировать игрушку в ближайшую комнату. Хорошо, а зачем мне это нужно, я не понимаю. Управление доступно в меню паузы. Хорошо. Нет, да, это понятно. Мне непонятно, для чего это. Возможно, если бы я играл в первую часть, я бы понял. Все, ладно, мы возвращаемся. Так, здорово, дрон. Я потерял все пару недель назад. Интересно начинается, интереснее. Все более интересно, ребятки. Ага, цены высоких. Ага, пора и пропасть. А, супер, отлично. А, мы управляем им, ребят. То есть он летит туда, куда я ему задел. Поискомнить техническое обслуживание. Я не уверен, что смогу быть полезен, но махни в камеру. Махни в камеру для чего? Так, игрушка может быть настроена по взаимодействию с рабочими столами. Игрушка может быть настроена. Какая игрушка? Дрон, это же не игрушка. С рабочими... Я вообще не дочитал, что он мне ответил, но да ладно, давайте. У нас головоломочка, поэтому не так-то все. Просто сюда мы тоже не можем попасть. Да, сюда мы не можем, понятно. Туда нам тоже не нужно. Так, дрон просто летит куда мне нужно, правильно? Да. Отлично, хорошо. Уже хорошо. Взять я его не могу, ладно. Можно ли как-то повторить последнее, потому что я не запомнил. Так, сюда мы не можем войти, естественно. Было бы странно, если бы можно было бы. Давайте попробуем сюда. Ага, нет. Хорошо, нужно куда-то запустить дрона, правильно я понимаю? Вопрос просто в другом. Я его запущу.
Ну, интересно, прилетит. Давайте посмотрим, сколько времени пройдет с момента, когда он сюда прилетит. Полетит ли он вообще сюда? Большой, вообще большой вопрос. Да нет, он не летит. Печально. Давай, дрон. Ага, а сюда? Ты можешь лететь сюда? Ага, нет. Не может он туда. Я понял, немножко туповат. Так, ребятки, давайте очень серьезно отнесемся к этому вопросу. Что здесь вообще так? Meet the family. Ага, ну понятно. Ну сюда он без проблем летает. Наверное. Хорошо, а если на правую здесь нажать? Секундочку, ребятки. Хм. У вас нет записи для игры. Понятненько. Так, ребяточки, конечно, нелегко оказалось. Я немножечко подзавис. Так, давайте еще раз. Что у нас комната? Это закрыто. Давайте, что у нас вообще по комнатам есть? Туда мы можем вернуться. Здесь есть комната с какой-то кассетой. Здесь комната, которая ничего не... А, не пока, подождите. Ага, тоже не нажимается. У нас есть дрон. Для чего здесь может быть дрон? Ну, Тайс, you expected to punch. Я сейчас переведу, секундочку, ребятки. Есть ощущение, что какая-то вещь важная. Так, у нас... Так, почему не переводим? Секундочку, ребятки. Мне кажется, я бы уже сам перевел. Если бы... так, секунду, грузится почему-то долго. Ладно, так, Frost. Так, ну, понятно, что красным выделено с нижнего по лучший, ну, по верхней, хорошо. У нас есть таблица. У нас есть дрон, но тут куча дрон. А, на... Ага. Так, шляпа, что за шляпа? О, Санта Хэт ковбой, пати Хэт. Нет, стоп, Санта, ковбой. Давайте ковбой. Пульт. А что за пульт? Хорошо, ладно, классический вид. Хорошо. О, смотрите, у нас пульт белый стал. Так я же дрон настраивал. Хорошо, ладно, классический вид. Секунду, классический вид чего? А, пульта. Хорошо. А вот так, это белый. Не, беленький круче. Окей, оставляем беленький. Это у нас что? Цвета, RGB, понятно. Это мы и дрон. Так, где дрон? Плыви сюда. Сейчас мы посмотрим шапочку. Ага. Да, ребятки, ковбойский шляпендикс на нем. Так, давайте, что у нас вообще сейчас? А, он не летит. Ну, не летишь? Не надо. Давайте цвет поменяем. Это получается дрон, да? Давайте его сделаем. Ну, зеленым, например, да? А, нет, это пульт. Короче, это у нас настройки пульта, я понял. Есть какая-то дверь. Теоретически, да, она может идти. Ладно, хорошо. Значит, у нас каких-то людей 8 штук. Причем здесь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Ага. И пульты, на которые нельзя нажимать. Но пульты для чего-то... Смотрите, это пульты, которые... Это у нас гроб. Так, иди-ка сюда. Иди-ка сюда, малыш. Давай, давай, вот сюда. Иди-ка сюда. Да, ребят, да, это кнопка. Это просто большая кнопка. Теперь, походу, запустились. Да, пульты запустились. Что у нас теперь значит наша диаграмма, да? Джон, HH. К чему эти цифры? Хорошо, здесь есть цифры? Здесь есть цифры? Нет цифр. Цвета. Вот это что-то такое. Хорошо, а как нам узнать, где какая? По цветам, хорошо. Красный, синий. От красного, хорошо. Ну, окей, я нажал. И что? То есть нам нужно, получается, от маленького к высокому. То есть первый какой-то Рахиль 9. Но я пока не нашел зависимость от цифр к цветам вообще и к именам.
То есть здесь нет никаких опознавательных знаков в принципе. Да, минус. Так, вот этот. Хорошо, а вот этот что у нас скажет? Нет, этот нет. Этот нет, только первый у нас да. Да, то есть первый это у нас получается Рахуль. Рахуль. Но почему он первый? Ну, то есть, как мы узнали, что это Рахуль? Если убрать рандомность. А, ребят, вот, походу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, их девять. Но этот без имени. Рахуль, давайте найдем. Реально есть Рахуль? Нет, тут нет Рахуля. Хорошо, по цветам. Синий, а, здесь синий и красных и так много. Meet the family. Так, хорошо. Ну, Рахуля здесь точно нет. Ты-ды-дынь. Я не знаю, может быть уже кто-то додумался, а я здесь думаю. Подсказки, ну вот здесь еще это помещение, какая-то кассета, да? Может быть здесь что-то, какая-то подсказка. Ну, то есть меня интересуют именно имена. Ну, то есть, как узнать? Ну, хорошо, вот это Рахуль. Шауэр. Хорошо, а где второй? Или просто нужно рандомно? Зачем тогда таблица? Хорошо, зелененький. Окей. Ну ладно, хорошо, давайте попробуем рандомом, да? Вот этот первый. Вот этот второй. Нет. Вот этот первый. Второй. Вот этот. Ну, вот этот. Нет. То есть, ну, взаимосвязь. Мне очень интересно, как. Тоже нет. Вот почему нет? Хорошо. Давайте найдем второй. Может быть, мы поймем. Нет. Почему 4, 12? Что за имена? 3. Возможно, я долго догоняю? Так. Вот этот второй. Но почему он седьмой? Ну, седьмой номер. Да, то есть, где вот эта вот зависимость? Номер. Это тоже закрыто. Может быть, здесь где-то подсказочка? Нет, нет, не подсказочка. Так, ребятки, суетимся дальше. Не могу понять... Так, не могу понять, почему нам нужно начинать с Рахуля. С Рэйчел. То есть, как определить вот эту зависимость цифр? Так, но у нас есть полосы, да? То есть, красно... То есть вот здесь сидит Дрю. Вот это Дрю, а получается там на самом светлом сидит Джон. Хорошо. И так как у нас от самого маленького к высшему Джон третий. Начинает с Джона. То есть самый... Да, все, я понял. Мы сейчас быстро это пройдем. Да, да, ну понятно, что сейчас... Есть. Потом следующая цифра у нас 6, по-моему. 3. А, нет, 4. Дрю. Теперь вот этот. Все. Ребят, зависимость найдена. Погнали. Так. А, следующая цифра. Так, 3, 4, 6. Рэйчел. То есть место, которое на самом выцвевшем синем. На самом светлом. Вот это, да. Отлично. Значит, 6. Потом 7. Ну, предпоследняя. Вот это. Нет, вообще гениально, ребят. Гениально. Так. 7. Мы нажали. 10. Получается. 10. А 10 у нас вот это. Нет, стоп. 10 это у нас. Мы же только что нажимали, получается. А, на практически самый светлый. А, вот этот. Все, вот этот. Блин. Так, заново. Хорошо. Первое число у нас 3. Джон. Джон, выцвевший красный. Нажимаем Джон. Отлично, потом вот это я уже, в принципе, запомнил. Погнали. Так. Так, получается 3, 4, теперь 7, 6. Выцвевший синий, полностью выцвевший синий. Есть, отлично. 6, потом 7. Предпоследний. Потом 9. А, все, последний, я просто сбился. Все, 9, последний. Отлично, 9, после 9 у нас что? 10. Так, оно, ладно, хорошо, предвыцвевший, это вот этот.
Есть, отлично. 10. 12, 22 осталось, получается. Правильно я понимаю? Да, 12 это у нас предпоследний к выцвевшему. Это вот этот вот. Ага, не-не-не-не-не-не-не. Бэмс, отлично. И последний у нас 22, вот предпоследний к светлому. Вот здесь, отлично, бэмс. Оу, дверька открылась. Карточка зеленая, все, отлично. Так, хорошо, у нас три двери. А, вот зеленая дверь, походу, да? Это красная, а это седа. Ты можешь выключить комнату технического обслуживания, помнишь, выищет светло-голубую. Светло-голубую. А, светло-голубая, это получается, нам нужно попасть вот сюда, да, отлично. Все, ищем светло-голубую карточку. Ребятки, следующий головоломочка ждет нас. Давайте, maintains. Погнали. Так, так, так. It's okay, have a friend and be missing. Если б я знал, что там написано. Treat others who want. With respect. Ладно, отлично, погнали. Открываем зелененькую. Ух. Ух. Ребят. Так. Так. Вот это вот надо переводить. Я чувствую, что это супер что-то важное, поэтому, ребятки, обязательно сейчас переведем в режиме онлайн. Так, первое правило. Работа в группах не менее 2 человек. Наверное, для этого есть дрончик. А, так, значит, carry. Всегда носи с собой фонарик. Фонарики снаряжение. Если в прямом столкновении... Так, сейчас, секунду, криво. При прямом столкновении с пауком создайте как можно больше шума, пока не прибудет помощь. Ага, фонарик нам нужен. И шум создавать, если паук какой-то. Что за паук, ребят? Давайте, ну, одни попробуем пройтись. То есть нам нужно... Страшно, ребята. Никому не говорить. Паук? Что за паук? Почему стрелка туда? Ну вот, почему? Если я оттуда зашел. Ладно, хорошо. Давайте просто пойдем. Просто одни пойдем. Пауки? Я пока никого не вижу. Что за прикол? Здесь тупик. Тупик же, да. Стеллажи. Давайте просто пойдем туда. Почему мы вдвоем? Хорошо, дрон, лети сюда. Но он, наверное, не поймет. А, нет, он понимает. Все, отлично. Тырень, тырень. Дрончик мой, дружбанчик, давай со мной. Хорошо, где паук? Мне интересно увидеть паука. И при чем здесь головоломка? Ну, я пока не могу въехать, ребятки. Я пока просто иду по этому. Ну, я почти пришел. Паука никакого нет. Может быть, на обратном пути будет. Так... Hardhead, his west. Ладно, я тоже пока ничего не понял. Ага, вот есть что-то. А, запускаем. А, мы взяли кассету. Я знаю, мы эту кассету запустим в офисе. Там, где смотровая. Так, нам нужна голубая. Давайте здесь есть второй этаж. Так, дрончик, давай. Угу. Ну, если по синей туда. А по... Ага, так, чтобы не запутаться. Ладно, хорошо. Где дрон? Иди сюда, дружбанчик. Все, летит, молодец. А, давайте, значит, мы поднимемся наверх. Явно нам сюда. Так, желтое стекло является легко бьющим. Игрушку нельзя направлять прям... Ага. Так, начинается что-то интересное. Начинается головоломка. Значит, вот это стекло... Нельзя по прямой. Ну хорошо, а как не по прямой? Ладно, хорошо. А, дверь у нас закрыта. Нажимай. Ну, нажимай, 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 нажимай. Что случится? Очень интересно. Ничего, да? Стрелки не поменялись, стеллажи не задвигались. Ага. Так, а чего он бьется? Лети вот сюда. Давай, давай. Ага, тык-тык. Давай сюда, лети. Туда? Как туда нажать? Ладно, давай, попробуй нажать сюда. Давай, тык-тык, давай. Бым. Да вообще ничего не меняется, ребят. Вообще ничего не меняется. Я не знаю, возможно, кто-то из вас догнал. When they protect yourself. Ну, я понял, что нужно соблюдать эту. Тут ничего. Ничего нет.
Но мы взяли кассету. Может быть, попробуем кассету эту вставить? А те кнопки для чего? Ладно, давайте, ребят, просто бежим. Попробуем вставить кассету. Возможно, она нам даст какой-то ответ. Где роботик? Так, погнали. Так, значит, давайте вставим кассетку. И посмотрим, что будет. Пауков нет, ребят. И странно, что вообще про них писалось. Но давайте у нас... А, я сюда же пришел. Извиняюсь. Все, давайте идем на базу и смотрим вообще, для чего это наша кассета. Давай, дрончик, погнали, погнали со мной. Эх. Возможно, мы сейчас какую-то ценную информацию оттуда найдем в этой кассетке. Но давайте, мы ее, по крайней мере, взяли и попробуем. Так, эх, почему-то туда дорога была попроще. Так, давай, дрончик, погнали, ребятки. Топ-топ-топ, шлеп. Опять в тупик. Почему я всегда в тупики иду? На обратном пути, по крайней мере. Так, все, мы пришли, давайте домой смотреть кассетку. Что нам там дали? Так, отлично. Так. Ой, я уже подумал, двери нету. Думаю, прикол. Так, вот наша там смотровая, туда можно поставить нашу кассету. Дрончик, давай, лети сюда, если ты, конечно же, прилетишь. И давайте посмотрим, что есть. Отлично. Ага. Лежит какой-то чувак, похожий как тот зеленый был в начале. Ну и хорошо, ну лежит он. Все? Это все? Подсказок нам никаких не дало, ладно. Давайте снова туда. По-любому нужно туда, я просто думал, что здесь будет какой-то ответ, но идем назад разведывать обстановочку, ребятки. В любом случае там нужно, и там что-то мы не то сделали. Давайте попробуем на третью кнопку нажать. Просто как на нее, там же нельзя разбить этот, как его, стекло. Попробуем как-то аккуратненько. Так, а где дрон вообще? Он явно нам сейчас нужен. Дрон. Тебя пауки съели? Нет, я серьезно. Ты где? Ребят, я его потерял. А, вот он. Малыш, привет. Погнали, погнали. У нас есть срочное важное дело. Нам нужно что-то дальше куда-то двигаться. Тырин, тырин. Давай, 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 давай. У тебя сейчас будет ответственное дело. Тебе нужно будет нажать на кнопочку, не разбив стекло. Погнали, погнали, погнали. Давай ко мне сюда. Так, давайте вот, может быть, как-то, да, его сначала сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, немножко тупо. Вот, давай, как раз лети, как раз вот так вот. Возможно, не... Ой-ой-ой-ой, не получилось, да? Хорошо, давай сюда. Немножко, видите, туповатый, кстати, этот. Дрончик. Ага, ти-ди-ди. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Давай вот так. Как он это поймет, команду? Ага, оно просто развалилось. Все, нажимаем на кнопку. Ту-ту-ту. Ага, и что? Все, три. Ага. Дверь внизу. 100% внизу там была дверь. Да, 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 да. Так, ну здесь. Ну ладно, давайте аккуратненько. Ага, это эти кары. Ну, такие типа подъемнички возить. Эти как их? Поддоны, во. Поддоны. Так, да. Отлично. А, вот, ребятки, нашли, нашли. Фиолетовая. Почему она фиолетовая? Нам-то нужна... Закрывайся, 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 закрывайся. Паук, вот он. Так, 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 так. А как шуметь? Ой-ой-ой-ой-ой, страшно. Правда, страшно. Аж мурашки побежали. Я не боюсь такой фигни, но почему-то мурашки побежали. Может быть, сюда как-то, да? Оу, ребята, шуганулся, блин. Шуганулся, ё-моё. Фух, почему Г? Фу, страшно, страшно, страшно. Я вообще не боязливый, мне вообще все равно там ужастики смотреть. Вообще, но здесь почему-то я реально шуганулся как от скримера этого. Так, давайте перевоплотиться. Отличненько перевоплощаемся. И что? Откуда нас сейчас ки?
А, ну в принципе нормально, недалеко. Нужно шуметь, а чем шуметь? Ребятки, отлично. Ребятки, по-моему, классная игра, надеюсь, вам тоже зашла. В следующем серии мы будем двигаться дальше. Надеюсь, мы этого скримера победим. Вот, поэтому, ребятки, всех обнял. Будет обязательно вторая часть. Всем пока.